Сняла для вас видеоролик, просмотрела свой видеоролик и хочу сказать по поводу своей речи. Я не знаю, с чем это связано, может быть, я очень мало читаю или же не знаю это, как связано, с чем связано, может, я мало разговариваю. Я просто всю жизнь одна живу, и как-то я в себе живу обычно, своим внутренним миром, наверное, и с людьми редко где общаюсь, мало общаюсь. Иногда у меня бывают проблемы с кем-то из людей. Очень легко разговаривать, как-то все легко идет. Иногда с некоторыми людьми я не могу разговаривать со всем, я и теряюсь, я не знаю, что ответить, как ответить. У меня такие есть проблемы, но тем не менее я работала много лет в Летуале, в магазине косметики и парфюмерии, если кто-то не знает. И в этом магазине я продавала косметику люксовую на кассе. У меня опыт работы в продажах есть. И получалось у меня почему-то это очень хорошо. Мне не останавливала моя речь продажа. Поэтому здесь, да, у меня есть какие-то вопросы, может, к себе пока. Но я думаю, что только на начальном этапе все-таки. И почему я это рассказываю? К тому, что если кто-то хочет заниматься продажами и бизнесом или дополнительный доход, кому интересно, то вы можете легко все начать, несмотря на свои, может быть, вам, как кажется, минусы. На самом деле для кого-то это может быть наоборот будет вдохновением. Ну, многие из вас, кто меня сейчас слушает, разговаривает намного легче, проще, грамотнее, красивее. И они почему-то ничего не делают, ну, многие из тех, кто, возможно, меня слушает. Только потому, что к себе очень высокие требования. Вот, и совет не быть перфекционистом, а пробовать делать то, что вы можете сегодня делать. Потому что если сейчас не делать, не пробовать снимать, вы не знаете, как вы выглядите на камеру, не знаете, как со стороны вы выглядите. А на камеру, кстати, очень интересно работать. В зеркале ты видишь одно, на камеру себя совсем движение ты видишь. Ну, это что-то другое немного. Ну и плюс на камеру просто для кого-то снимать это какой-то ступор, наверное, для многих есть, потому что очень многие, если я в соцсетях везде есть, многие просто фотографии выставляют, а на камеру мало кто общается. И, скорее всего, потому что человек не верит в себя, не уверен в себе, или как-то кажется это, ну и не знаю, в общем, по поводу работы. У вас получится обязательно, если вы будете делать. Потому что даже с моей речью у меня получается очень хорошо продавать, меня это не останавливает. Никак, нигде я продавала люкс-косметику. Я была 4 раза в Париже в командировке на обучениях от брендов. Вот. Так что вот пишите.